В Югре появятся пункты временного содержания для безнадзорных животных. Такие изменения в региональные законы внесли на заседание окружного парламента. В частности, вводятся новые требования к отлову, содержанию животных в приютах, их возврат владельцам и поиск новых хозяев. По словам депутатов, решение направлено прежде всего на пропаганду ответственного и гуманного отношения к животным. Например, поправки подразумевают усыпление тяжелобольных, травмированных или чрезмерно агрессивных животных, представляющих опасность для людей. Контролю за функционированием пунктов временного содержания и приютов привлекут НКО, зоозащитные организации и волонтеров. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Наверное, самое главное в этом законе, что это временные пункты, они будут создаваться, и туда можно привлекать наших общественников. У нас ведь зоозащитники активно действуют, да, и вот это как раз фронт работы, где они могут действительно развернуться и проявить свою активную позицию, помочь, в том числе государственным органам.